доброго субботнего утра. Сегодня выходной день в Загребе, в Хорватии. И мы открываем для себя новое место для отдыха. Это парк Бундек. Находится он недалеко от Блошиного рынка. Какой район, не знаю, но забьете Бундек. Пойдемте посмотрим, что за парк. Гуляем, отдыхаем. 5 июня 2021 года. Друзья, будьте осторожны. У кого аллергия? Все цветет, цветут тополя. Видите, сколько пуха. Я, кстати, очень сильно все это переношу, очень тяжело переношу. Вчера прямо в лёжку лежал, весь опухший был. Но спасла меня таблеточка. Купила Марина таблетки от аллергии. Это с полхорватии. Да, полхорватии мне сказали, болеет именно вот этой болезнью. Все цветет. Хорватия сейчас вся в пуху и вся в цветах. Нам повезло, мы припарковали совершенно бесплатно, хотя если вы приедете сюда на целый день, для вас парковка 120 кун в первой зоне под парком и 60 кун во второй зоне через дорогу на целый день. Но мы бесплатно сегодня. Гуляем. Музыка, пожалуйста, вам. Это Пушкину памятник, что ли? Пойдемте посмотрим. Вот мы видим в Хорватии памятник нашему соотечественному Александр Сергеевич Пушкин, 1799-1837 год. Точно Пушкин? Что это? Пожилых людей вот я видела. Старички бегают сегодня, ага. Сегодня можем вас искупить. Дочекали. А, программа. Ну вот, на сегодняшний день. Идем дальше, смотрим. А вот озеро. Походу, это озеро для купания, где летом можно купаться. Огромная сцена. Обалденно. Музыка. А, тут это концертная площадка. Смотрите, это летняя концертная площадка. Офигеть. Может, по мороженому съедим? Я тоже вижу, что это не мороженое. Класс, вообще просто. Ну, давайте спустимся к воде, посмотрим, что там у нас. О, нет. Ага, на фидер ловит. На фидерная оснастка. Пошли к воде подойдем, потрогаем водичку. О, рыбка ходит, смотри, маленькая. Вон рыбка ходит. Ну, вода, я скажу, не холодная, но еще и не теплая. Слушай, вообще. Ух ты! Да, градусов 18, я это хотел так сказать. Да. Где какая? Прикольно. Она мелкая, наверное, прогрелась. Классная. И вот обратите внимание, друзья, люди-инвалиды, которые в колясках, вот для них специально такие спуски сделаны, парапеты, человек съезжает по нему, съезжает, там заезжает в воду. И вот, пожалуйста, человек может находиться в воде, плавать, купаться. Вот идет. Вот прямо к берегу. Ну, рыба большая, во всяком случае. Вон она, пошла, видишь? Да, вижу. Смотрите, сколько рыбы мелкой. Да. А где хлеб? Ты взяла хлебушек? В машине! А, хлебушек мы оставили в машине. Яблоко твое. Отлично. Вот она подходит. Как судак вроде, не пойму я. Нет, Маринка хочет на качельке. Я ей говорю, что это для детей. Маринка говорит, я хочу на качельке. Видите, какая недовольная. Вот. Детская такая зона. Зона отдыха. Мальчик меня опередил. Обалденно. Труба для детей. Трубу я не помню. Ну, тетка трубу. Мальчик, иди за
Он упал только что, бабушка его спасла. А нет, он опять полез. Марина все-таки решила покататься. Да, тетка, блядь. О, мама меня. Сада, едь на минуту. Вот так можно развлекаться в этом парке. Хорошо. Ребенок стоит в очереди, надо освобождать. Ребят, изволит. Накаталась? Удовольствие получила. Не, прикольно. Прикольно. Не правда? Что ты там нашла? Ничего там нет. Это лавочки, которые днем лавочка, которая днем набирает батарею, а ночью она светится. А еще да. А еще здесь есть. Вот. Можете подзарядить телефон, сесть. От солнечной батареи. Да, сесть и подзарядить. Прикольно? Все для людей. Друзья, вот так вот. Водички попить холодненькой можно. Давай. Красивые. Красивые розочки. Ты можешь приходить с дровами. Распаливать костер и жарить здесь шашлычки. Да, и вот еще один Роштель стоит. Ага. И площадки тебе сразу. А, надо стулья. Смотрите, друзья. То есть все для людей сделано. Да. Приехал компанией, отдохнул, пожарил мясо, попил пиваса. Тут один пожарил, другой может уже претендовать. Смотрите, вот еще вам Роштель, пожалуйста. Все готово. Даже решетки есть. Смотрите, друзья. Решетки, палочки, все, пожалуйста, все готово. Жарьте мясо себе. Обалденно. Что изволите? Что изволите? Ёкарамана. Кстати, хорошая супер штука для дома, вот так вот. Сделал себе. И вот люди могут совместить приятное с полезным. Очень много всяких цветочков, рассады. Все это продается, вывозятся огромными контейнерами, машинами сюда. Люди отдыхают, гуляют, что-то купили, потому что, в принципе, в основном здесь все на машинах. В основном люди приезжают на машинах, паркуются и наслаждаются. А что это за купола? Ну, пошли посмотрим, что это. Да? Марина, надевай маску. Ну, истинно. О, прохладненько, хорошо, красиво. Смотрите. Нет, сейчас посмотрим. А, я бы здесь жил, здесь кондиционер работает. Вот летающие люди, видели? Манекены. В чем это арт-флора-объект под куполом? Да. В общем, короче, ничего особенного, но... Ничего особенного, но, блин. Лука Дараши. В общем, короче, она себя видит вот такой, ослицей. В общем, короче, так. Вот это обалденная штука. Мне вот нравится в Хорватии. Вот такие клумбы у них. Клумбы в ящиках. Они из этих клумб огораживают себе кафе, дома. А это, кстати, металлический. Ага, из металла. Да, металл. Дебелый такой причем. И ржавый. Покрасить нету времени и денег. Вот такое сооружение, такое и примерно такие, называется в Хорватии пергалы. Они предназначены для того, чтобы защищать солнечные лучи. Да. А зачем это? Просто вода? Не знаю, руки помыть, лицо помыть. Ох, я прическу. Да, идем далее. Идем далее. Да. Кучеряшка, да. Но мы больше не будем в купола заходить, потому что там особо, честно говоря, смотреть нечего. Вот, пожалуйста, вам
замульчировали почву. Вот еще вам вариант, перголы. Для дома, дачи, сада, огорода. Ну это вот, видишь, как варианты, как нужно. Ну да. И люди сидят, отдыхают, цветочки. Запахи обалдеть. Друзья, и вот еще одна зона отдыха. Роштель. А это уже с другой стороны. Да, это уже с другой стороны. А здесь тени. Да, вот здесь деревьев больше, здесь круче, да. Да, и здесь вот за бугром озера. Жарите шашлычки, пьете пиво. Да, вот это крутое место. Лежите под деревьем, отдыхаете и купаетесь в озере. И созерцаете, да. Странно, почему сегодня не жарит никто? Ну, не готовы. Что-то оригинальное, а что это? Дерево с лампочками. Где? Над тобой. Пылесос домашний, а это? Ага, фоткой. Объявим. Смотрите, этот, короче, газонокосилка. Робот. Сенокосчик, смотри, вот его зарядное. Ага, зарядное устройство. Его парк, да. Смотрите, какие бугры преодолевает. Офигеть. И пошел косить травку. А, он подходит к препятствию и срабатывает датчик. Он должен развернуться. Молодец. Нет, там просто ему управляет человек. Нет, автоматически. Да, автоматически косит. Я ж видела по полю. Ну, на данный момент он не косит, конечно, это просто как бы... А уже покошено. Уже покошено, да. Класс. Так что заказывайте, из Хорватии доставят вам в любую точку мира. Хускварна. Ну вот, наконец-то мы видим, что люди сидят. Пожарили шашлыки, сидят, пиво пьют. И вот компания веселая. Ага. В общем, люди наслаждаются. Выехали. Покупать не надо, с собой везите ящиками. Вот она, Сава идет, река. А вон шпили вдалеке. Класс. А вот еще один робот-сенокосчик. Челентана, видишь? Да, косят траву. Ой, пахнет сеном. А вон шпили, это центр. Да-да. Еще такие красивые. Да, бумбочки колючие. Декоративные. Сережа, что-то колючее. Я думала, это было. Похоже. Такие находки для дачи красивые. Да, идеи. Вот клумба. Сережа, а вот смотрите, горки с мешками обтянули. Именно тоже, да? Щепи. А-а-а. Щепи стоит. Хорватский шум. Хорватский лес. Шум у них по хорватский лес. Да, да, да. А, здесь вот представлено то, что растет в этом лесу. Это дубки. А это клен или что? Ой, не клен, ясень, походу. Не знаю, что такое. Дубовый лес, короче. О, самоборка. Что-то здесь еще представлено. Тоже хорошая идея для дома. Ну да, разожгли костер. Для компании вечером пошли. Здорово, правда? Да. Как раз строим дом, и мы очень много идей почерпнули. Сегодня не каждый день. А тут детки играются. А, тут у них, видимо, какой-то... О, собачки. Тут какое-то у них мероприятие с собаками. Пожалуйста. В каждом дворе у них стоит такая штучка. Вы жарите мясо. Ну, что у них запрещено. Открытый огонь. Пожалуйста. Написано, забрали на корышке. Ну, нельзя распаливать огонь, а потому что это, да. Ну, это, наверное, для нас написано. Хорваты не додумаются здесь. Почему это не додумаются? Додумаются. А это еще прикольный умывальник такой. Тоже уличный умывальник. Сюда краник делаешь. Тык, и все. Классная штучка. Или фонтанчик. Ну, или фонтанчик. Ну, я видел, как умывальники у людей. Вот. Не знаю, друзья, если видно, вот очень большой карп ходит. Килограмма на 3 мы определили. Ванилия, шоколад, шоколад, ванилия, ягода, лимон, киви. Добрый день. Я хочу шоколад. А я ванилию. Шоколад, надо. Да. А ты что думаешь? Это Марина. 3 литра. Ага. 100 раз скажет. 100 раз. Но
Что? Палау? Ванилла ты карамель? Нет. Ванилья пастрели, ванилья. Ну, ванилья. Приятного аппетита, Сережа. Вкусно. Да, дай-ка я попробую. Ну да, вкуснее. О, у тебя прям шоколад. Мариша, как мороженое? Холодное, сладкое, белое и довольно-таки вкусное. Угу. Видите, как люди отдыхают? Попригласили с собой еду, мясо, да, пожарили. Готовую еду в кастрюлях. И сидят себе. А целый день будут сидеть. И сидят себе, да, отдыхают на природе. Детки катаются, счастливые. Как собачки. Маленькие. Ну что, наша прогулка окончилась. И какие мы можем сделать выводы? Вот для меня в рейтинге самых лучших мест для отдыха на природе в Загребе сегодня этот парк выходит на первое место. Мне понравилось, что здесь не нужно долго ходить, как в Яруне. То есть все вокруг одного озера, много мест для отдыха, довольно-таки много деревьев, что создает тень, складная стояночка, и все это в городе, далеко ехать не нужно. Так что обязательно посетите парк. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. Всем пока. Бундык парк. Подписочку на канал, колокольчик, пальчик вверх. Пока. Пока.